Всем привет, доброе утро, вы смотрите Breakfast Show, и вот Татьяна Фельгенгауэр, кто скучал по ней, будь теперь две недели с нами. Татьяна, привет. Всем привет, Александр Плющев, это YouTube-канал Александра Плющева, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте, откуда вы нас смотрите, потому что мы начинаем заполнять нашу контурную карту, и не забывайте, что есть специально обученный телеграм-бот, который с радостью принимает фотографии того, как правильно смотреть Breakfast Show. Да, в конце покажем эту самую карту, и в конце же вернемся к фотографиям уже дня сегодняшнего, пока это очевидно с прошлого нашего, с последнего, с четвергового, соответственно, Breakfast Show. Вот. А те, кто хотят поддержать нас рублем или какой-нибудь другой валютой, гигантские возможности открываются в описании. Там и постоянная поддержка, и разовые донаты, и биткоины, и черт знает что. По ссылкам в описании или по адресам кошельков, пожалуйста, добро пожаловать. Спасибо всем. Очень мы признательны и признательны тем, кто и сегодня утром не пропустил и встретил нас посланием через донаты, в частности, Алексею Левченко, который написал: «Саше и Тане чудесного эфира. Спасибо за вашу работу, настроение и позитива всем». Михаил Гейман прислал, как всегда, кусок, у него не влез в один донат, как всегда, кусок стихотворения. Мне вообще нравится такой жанр неоконченного произведения. «Сезонное обострение. Опять наступает поздно, не будет вам много времени в окопах смотреть на звезды. 2 литра воды потратят, и все, это все расходы. Вас опытом армейский батя продал ЧВК к уродам. Но что же я мог поделать, не мог же я отказаться». И вот дальше все. А дальше думайте. А дальше каждый может дальше, сам дописать. Это приглашение к сотворчеству. В некотором смысле. А может быть, Михаил Гейман, например, к концу нашего эфира пришлет что-нибудь. Или к следующему тоже. И, разумеется, конечно же, не обошлось без генерала Соловья, который написал, что в Талибане возмутились действиями правительства Ирана по принуждению женщин носить хиджаб. Талибы заявили, что готовы начать военные действия ради восстановления прав женщин в Иране. Коллеги, наблюдаем, так сказать, будем наблюдать и продолжаем наблюдать. Мы через несколько секунд начнем сегодняшнюю нашу программу. Я единственное, что хотел сказать, что сегодня у нас большой, очень большой набор гостей. И, пожалуйста, активнее лайкайте их и обменивайтесь в чате своими, так сказать, репликами, может быть, вопросами. И, конечно же, Юрий Федоров, военный эксперт. Много мы поговорим о событиях в Турции. Будут и Руслан Абликимов, журналист «Медиазоны», и наш коллега, хорошо вам известный, Константин Эгерт. Политик Валерий Цыпкало, вместе с которым мы сегодня будем искать Александра Лукашенко, отправимся на поиски. А с культурологом и журналистом Яном Левченко продолжим или, может быть, будем заканчивать сериал про икону Троицы. Через несколько секунд о новостях. И вот новости от канала, который так называется «Эхо Новости». Его готовят наши коллеги с «Эхо». И начинается с новости про атаку на Киев. В небе над украинской столицей этой ночью были сбиты более 40 российских дронов-камикадзе и крылатых ракет. Об этом сообщил глава военной администрации С. Попко. По его словам, удалось предотвратить все удары, погибших и раненых нет. Прошлой ночью, по заявлению украинского генштаба, были сбиты 58 из 59 беспилотников. Следующая новость от моего любимого института изучения войны, аналитики которого делают следующий вывод. Основатель ЧВК Вагнер Е. Пригожин своей критикой в адрес чиновников подрывает авторитет В. Путина. Американские эксперты предположили, что нападки главы наемников связаны с тем, что президент не наградил его за взятие Бахмута. Знаешь, следующую новость я даже в некотором смысле пропущу, потому что для нее уже есть так, обновление, апдейт есть. Я просто скажу, что сенатор Линдси Грэма американского объявили в розыск в России. Подробнее об этом поговорим мы еще там ближе к 9:30 где-то. Через полчасика вернемся к этому обстоятельству. Я напомню просто, что он разошлось видео, где якобы он говорит о том, что Соединенные
Соединенные Штаты удачно инвестируют деньги в смерти россиян. Вот. Ну, и пошло-поехало, вот уже дошло до розыска. И расскажем, как оно обернулось в 9:30 примерно. Еще одна тема, которую будем обсуждать, причем с двумя гостями в нашем эфире, это результаты выборов президента Турции. Лидеры России и Украины поздравили Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. В. Путин, он, кстати, одним из первых поздравил, а не с Лукашенко, мне кажется, на перегонки. Нет, там первые, да, но они там во втором десятке, мне кажется. Но да, да, до западных да. точно. Назвал политика дорогим другом, дорогой брат приехал. И напомнил о крупных совместных проектах двух стран. В свою очередь, В. Зеленский выразил надежду на укрепление стратегического партнерства. Власти Норвегии приостановили рассмотрение дела о предоставлении убежища россиянам, которые бегут от призыва в армию, пишет Нью-Йорк Таймс. Решение приняли на фоне ситуации с бывшим российским наемником А. Медведевым, который 4 месяца назад попросил об убежище. Но сказать, мне кажется, что власти Норвегии, как и вообще власти многих стран или большие корпорации, там существенно отстают. Медведев уже домой вроде запросился, а они еще только не приступили к рассмотрению его прошения. Бюрократия. Да? Она везде бюрократия. Зло. Так, следующую новость пропустим, вы сможете ее прочитать в телеграм-канале «Эхо новости». И последнее, в утреннем обзоре новостей в Совете Федерации предложили не защищать права авторов зарубежных фильмов при их показе в России. Как пояснил автор законопроекта Акутепов, и тут такой типа... Воровать – это нормально. Но нет, эта норма аналогична той, которая разрешает параллельный импорт товаров в Россию, но касается других статей Гражданского кодекса. Ну, надо сказать, права западных правообладателей не то чтобы сильно защищали в России до этого, в принципе, прям вот так, но уже к этому дело шло и налаживалось, но нет, выпил и упал, вот и весь сказ. Не дошли немножечко. Ну, может быть, оно и к лучшему, мы же все любим смотреть бесплатно кино. Пиратство. Она... Партия пиратов. Да, есть такое. И через несколько секунд продолжим наши все обсуждения. Начнем с интересного сюжета, который развивается вокруг Магомеда Гаджиева. Человек, депутат Госдумы. Бывший депутат Госдумы попал в список иностранных агентов, который вот в конце прошлой недели был опубликован. И мне кажется, не все сразу поняли, тот ли этот Гаджиев или не тот Гаджиев, депутат, не депутат. И главное, что он там делает-то в списке иностранных агентов? У нас ночь на субботу был стрим с Владимиром Меловым. Кстати, посмотрите, один из выдающихся стримов. Более того, один из самых длинных по продолжительности. Почти 6 часов. Да, один из таких рекордных и очень содержательный. И вот там мы тоже разбирали, и тогда было непонятно, Владимир попросил не торопиться, но выяснилось, что нет, все-таки тот, все-таки депутат Госдумы и миллионер, уж точно, да, ну, хотя депутат Госдумы и не миллионер, это довольно странное сочетание. Ну, в общем... Единорос. Да, он там изрядно, так сказать, ну, знаешь, вот чтобы тебе было понятно, однажды, это такой, знаешь, Кадыров суперлайт, вот, Кадыров на минималках. Вот однажды ему нравился какой-то борец вольной борьбы, фанат вольной борьбы. И он его купил. Фактически, он за победу где-то там выдал ему $1 миллион. Вот, просто, ну, так. А, подарок. Окей. Вот. Да, соответственно, да, а при этом у него в декларации в годовой был что-то там $730 тысяч, что ли, доход годовой. Все, что наш-то не посильным вообще, трудом. Еще занял денег, да. И отдал борцу вольной борьбы. Вот, короче говоря, этот самый Магомед Гаджиев, его объявили иностранным агентом, причем Минюст сразу указал, за что. Он сказал, что он, находясь за границей, просил паспорт, добивался паспорта чужой страны, типа того. Вот за этого, ну, конечно, это ясное дело, иностранный агент. Но я тоже как-то, знаешь, я думал, что, а может быть, это Гаджиев так занес. И я до сих пор не исключаю, что он занес в Минюст. Как Екатерина Боссов?
Вот, ну, в отношении нее тоже ничего не могу сказать, но очень похоже. Катерина Боссов – это вдова миллиардера Боссова, и нахождение в списке иностранных агентов можно объяснить только желанием как раз как-то легализоваться на Западе. Ну, Вот. типа, приходишь, говоришь, смотрите, меня там объявили иностранным агентом. Я очень-очень-очень хороший россиянин, который хочет паспорт другой страны. Вроде того, ну или хотя бы там какой-то вид на жительство или еще что-нибудь. Я думаю, так это примерно работает у них в голове. Значит, но выяснилось, что расследование по поводу Магомеда Гаджиева и его деятельности было еще в апреле. Делали его наши румынские коллеги. Румынские. Я сразу, конечно, вспоминаю Остапа Бендера, который кричал в смысле, который переходил границу, а офицеры кричали «Бранзулетка, бранзулетка», когда он там растерял все нажитое богатство в золотом теленке. Вот, румынские коллеги, правда, паспорт какой страны непонятно, Румынии или какой-нибудь другой. Ну, кстати, есть такая история, что за Румыния одна из тех стран, паспортами которых пытаются торговать различные фирмы-посредники и все такое. Но не знаю, но он, судя по всему, имел дело с каким-то политическим посредником или может быть каким-то агентом, который прикидывался политическим посредником. Дело в том, что там наши румынские коллеги раззабыли запись. И это не просто аудиозапись какая-то. Нет. Это прямо вот он, то есть по Зуму или по Скайпу обсуждал паспорт. И ну давайте посмотрим кусочек там. Паспорт я приведу. Хорошо. Нет, я приведу туда человека, который даст им много что интересно. И даже этого Мурада я могу привести. Он знает там больше, чем кто-либо во всех. Я много что знаю, Да? но я не хочу это говорить. Вообще даже после паспорта? Когда паспорт будет, мы можем обсудить много что. Хорошо, сначала паспорт, а потом продолжаем, да? Да, сначала билеты, потом кино. Ты же кино не можешь посмотреть, пока у тебя билет не будет, правильно? Так сказать, вечером паспорт, утром информация. Прима иль пасапорта. Я уже начинаю учить потихонечку. Знаешь, там были эти Да, 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 самые да, субтитры. На литовском-то мне вот сложно такое сказать. А вот прима иль пасапорта прямо очень неплохо. Там, ты знаешь, этот разговор, там же второй голос, он изменен, то есть его переозвучивали. Там такой роботизированный голос, и это ужасно смешно смотрится. Поглядите, новая газета дала ссылки на это румынское расследование. И можно его само-то особо не читать, ну, можно перевести автоматическим переводчиком, как сделал я. Но там есть вот это видео, и можно поглядеть это видео. Это, конечно, укатайка полная, потому что, значит, человек там выпрашивает паспорт и говорит, что всех сдаст. Ну, я до сих пор не исключаю, что, смотри, в апреле он это проделал. Никто там, типа, якобы об этом не знал. Всем на него было наплевать. И паспорт ему, видимо, тоже особенно не давали. Отчего бы не заручиться поддержкой Минюста в добыче паспорта и не занести Минюсту. Я не знаю, мне кажется, что самое оно. Потому что, ну, как-то странно. Одно дело там обвинить в измене родине, вот это я понимаю. Однако, ну просто иностранным агентам это чисто подсветить, что от них люди бегут. Ну, не знаю, я не очень понимаю, зачем ему. Ну, это не очень укладывается, по-моему, в одну логическую цепочку, что типа я нашел политического посредника, у которого я клянчу паспорт, обещая всех сдать, а потом, не получив никакого результата, думаю, так, ну хорошо, тогда я пойду в российский Минюст и занесу им, чтобы они меня объявили иностранным агентом. И тогда что? Опять пойду за этим паспортом? Или уже пойду в какую-то другую страну? Кому-нибудь Да. другому, не Ну, типа, знаю, вариант да. с Румынией не сработал, поэтому сейчас попробуем через Минюст и на агентство пойти, не знаю, там, Не знаю, но куда-то может еще. быть, без малейшего понятия, честно говоря, но просто я не очень понимаю, почему такое как бы легкое отношение. Ну, подумаешь, человек там убежал, грозится всех сдать, мы его, пожалуй, объявим иностранным агентом Ну, всего да, лишь. я согласна, что здесь, конечно, это не история с Линдси Грэмом, которого меньше чем за сутки объявили в розыск.
За слова, которые он не говорил. Очень интересно, что будет дальше с Магомедом Гаджиевым. С другой стороны, вот сейчас его исключили из партии «Единая Россия». Может быть, тоже не сразу доходит до господина Бастрыкина. Просто бюрократия большая. Конечно. Может быть, сейчас пока это видео с тем, как он клянчит паспорт, смотрят другие сотрудники. Компетентные органы. Я, кстати, пониже, да, званием. И такие, пишут а нет ли здесь доклад. Состава? Да, не очень понятно, что делать-то с таким вот поворотом. Опять же, с другой стороны, да. История с Иосифом Пригожиным показывает, что, в общем, никаких особых последствий за разговорчики нет. Хотя он никому не обещал сдать. Да, тут такое, они просто брюзжат, и все. Не более того, как все брюзжат. А вот так вот, чтобы кто-то клянчил паспорт. Это прям по нынешним вот этим трактовкам, даже, мне кажется, гораздо круче, чем то, что Сафронова там вменяли, или вот там последние всякие дела по госизмене. Прям, невероятно круто. Может быть, увидим или еще. Или Крамурзе, да. Увидим еще, да, Крамурзе-то уж совсем. Увидим еще какое-то развитие, но тут же еще вот какой аспект. Когда говорят про раскол элит, я не знаю, как насчет раскола, но скол элит точно наблюдается. Некоторые. Потому что этот Гаджиев же, он не просто был депутатом Госдумы от «Единой России» и все такое. Он уже даже после своей каденции в Думе, он организовывал помощь на Донбасс. Z-караваны какие-то туда отправлял, помощь нашим бойцам, вот это вот все. Он такой активный вполне. Вот эта его история с паспортом, это не история про прозрение, это не история про что он пока одной рукой отправляя караваны, с Z-символикой, второй рукой искал, в записной книжечке, кому бы позвонить за паспортом. А тут ему кто-то и проклюнулся. Кстати, не хотите ли паспорт Румынии, да? Вот это, реклама в Фейсбуке. Да. Паспорта Евросоюза. Легализоваться. Если вы ждали раскола элит, то, в общем, а он другим-то и не будет. Им будут как эмаль скалывается, и по кусочку маленькому он просто вот отваливаться. Он просто богатый человек, не знаю, можно ли назвать его олигархом, не олигархом, но тем не менее, какая-то часть его бизнеса или капиталов находится под санкциями, он хочет от этих санкций освободиться. Паспорт гражданина есть, он напрямую прошел, не то, что там Фридман, как-то там какими-то закоулками, как-то там через товаровед, через директор магазин, и все такое, через, Волкова или еще кого-то. Нет, он прям напрямую, отдайте мне паспорт сразу. Наличие паспорта, соответственно, по его мнению, разумеется, избавляет от санкций, или, может быть, даже действительно избавляет, я не думаю, потому что, насколько я понимаю, частично под санкции попали и граждане Евросоюза, которые взаимодействуют с Россией. Решил проблемы порешать по мере поступления. И, соответственно, просил этот несчастный паспорт. Вот он такой раскол элит, так и будет скалываться постепенно. Богатые буратины будут просить себе паспорта и потихонечку становиться иностранными агентами, если получится. Но кто дезертирует, с идеологических или там государственных фронтов, а кто из самого натурального? У нас буквально какой-то обвал сообщений о том, что бывшие заключенные бегут с фронта. Смотрите, просто если даже посмотреть. Лисичанск. В Лисичанске в аннексированной ЛНР дезертировала группа из 39 бывших заключенных, пишет ростовское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Сбежавшие военнослужащие, которые были членами отряда «Шторм-Z», вооружены. Во время их побега был убит военный Министерства госбезопасности ЛНР. Это не просто люди в самоволку пошли. Не просто пошли выжрать там что-то или как-то там бой пересидеть. Они прям уходили с боем. 24 мая все это произошло, по данным телеграм-канала «База». Сегодня 29-е, 5 дней, и сообщение о том, что их там поймали или как-то что-то произошло, нет. 39 вооруженных людей. Я просто напомню, что в Белгородскую область зашла группа из, возможно, примерно такого же количества людей, там от 20 до 100, разные называют, и наделала шороху очень неплохого. 39 вооруженных людей где-то бегают, не они одни, замечу.
7 бывших заключенных дезертировали в аннексированный ДНР. То есть ДНР в этом смысле проиграла ЛНР со счетом 39-7. Баскетбольный счет. Да, или гандбольный такой, 39-7. По данным источника агентства, в районе Солидара из военной части сбежали с оружием. Все бегут с оружием. Понятно. Довольно можно, странно, можно там без понять, оружия передвигаться. Да, можно понять. 7 бывших заключенных, которые служили в одном из подразделений. 3 из них задержаны, тем более, видишь, в районе Брянки, на территории аннексированной ЛНР. И все тех же 39 человек ищут. И это еще не все. И это не последнее сообщение. Потому что, значит, тоже поступают из разных, не только о заключенных, но пошел какой-то процесс. Может быть, он не очень массовый пока. Все же говорили, что очень напоминает ситуация Первую мировую войну, когда было дезертирство. Просто кого-то, когда к 17-му году было массовое дезертирство с фронта, просто с кого-то оно должно начинаться. И вот, ну, неудивительно, что началось с заключенных, с людей, которым меньше всего есть чего терять. Вот. Ну, то есть, они уже были из заключения, и их, значит, в самую мясорубку пускают, и, как выясняется, что примерно там, по разным оценкам, от половины до 80% их не возвращаются из этих мясорубок. Ну вот, собственно, такая история. Тоже, знаете, надо за ней активно смотреть и глядеть, прямо фильтр ставить на там слово «дезертир», «покинули» или еще что-нибудь, потому что, судя по всему, такого будет все больше, и это возможно, окажет воздействие и на страну в целом, и на жизнь каких-то отдельных людей, потому что сейчас на территориях сопредельных с вот этими ДНР, ЛНР, прежде всего, вообще сопредельных с фронтом, становится сильно неспокойно жить, потому что на них не просто заходит диверсионно-разведывательная группа, а еще и зэки заходят с оружием, значит, вооруженные группы зэков, и рассредотачиваются там, которым, правда, нужно не продемонстрировать свою удаль и свои возможности, а которым нужно, наоборот, как можно лучше укрыться и добыть себе там пропитание, одежду, транспорт и все остальное, что не менее опасно, я думаю, для местных жителей и так или иначе будет на их жизнь влиять. Вот это такой процесс продолжается. Так. Ну, я только скажу, что совсем недавно, буквально на прошлой неделе, Пленум Верховного Суда принял 2 постановления, которые касаются рассмотрения уголовных дел о воинской службе, и там как раз в том числе и про оставление службы, про дезертирство и прочее-прочее, то есть, видимо, я не знаю, но мне кажется, мы можем предположить, что эта проблема становится достаточно заметной, чтобы уже и Верховный суд этим как-то озадачился, потому что идут дела. И на Медиазоне, кстати, был разбор, там около 1500 уже таких дел в судах. Вот, поэтому, да, это, ну, становится, видимо, каким-то заметным явлением. Посмотрим, да, как оно, насколько это разовое, насколько это массовое, и насколько удастся властям, будут ли они вообще предупреждать и как-то пытаться помешать этому процессу. Но одна из самых смешных, ну, таких не то чтобы трагикомичных, она не особенно-то трагичная, новостей в развитии, она до сих пор находится в развитии последних суток. Это, конечно, история с сенатором Линдси Грэмом. Значит, давай сначала. С чего все началось? Все началось, в общем, достаточно, как мне кажется, безобидно. Значит, видео было распространено офисом президента Украины, где разговаривают, соответственно, сенатор Линдси Грэм и, значит, Зеленский, президент Зеленский. В нем вот, ну, офис президента выпустил какое-то видео, где они разговаривают. Сначала две ремарки сенатора следовали друг за другом. Он сначала сказал, а русские умирают, и дальше никогда мы так удачно не тратили деньги.
Значит, в действительности это был монтаж. Фразы не стояли рядом, и связи между ними не было. Почему так смонтировали? Это тоже вопрос. Ну, то ли хотели таким образом потроллить, то ли, значит, это случайно получилось. Так тоже бывает. Ну, просто там нарезали. Вот у нас есть режиссер Сережа, тоже я его иногда прошу нарезать что-то, отмечаю тайм-коды, и иногда он меня спрашивает, говорит, там получается как-то тоже весьма странно, Саш, давай как-то разметим по-другому. Вот. Может быть и такая история. Но неважно. Короче, вот это видео было. И целый день Песков, Медведев, Захарова накануне, они клеймили Линдси Грэма как раз за то, что он сказал, что Америка удачно инвестирует деньги в смерти россиян. Да, убийство русских. Буквально и так. Вот, соответственно, они все и зашлись на говно. Вот, все такое. Разумеется, выяснилось, что это склейка, и офис президента представил полную запись, ну, исходник видеозаписи, где они просто в разных местах эти. Об одном он сказал, что, значит, россияне умирают, о другом совершенно, что никогда мы так удачно не тратили деньги. Кстати, ровно так же, вот хочу заметить, происходит там, условно, там с Виктором Шендеровичем или еще чем-нибудь. Фраза вырывается из контекста, еще и прилепляется к другой. Вот. Не обязательно это происходит в рамках одного видео, достаточно просто упомянуть там в одном посте, и пошло-поехало, и сейчас уже никто не помнит, как там оно на самом деле начиналось, зато существует какой-то миф, который все активно обсуждают. Вот такая же примерно история произошла с Линдси Грэмом, только было это видео. Но утром, казалось бы, ну ладно, хорошо, все отреагировали на фейк, не первый раз такое происходит и с российской пропагандой, и с Дмитрием Песковым. Они очень любят комментировать фейки и как-то в них упираться. И разоблачение этих фейков совершенно никаким образом их не волнует. Но к ним присоединились и силовики, потому что Министерство внутренних дел, видимо, узнав, что мы хотим утром обсудить эту тему, объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, состряпали карточку, как положено, то есть, ну, натурально все, пол, муж, национальность американец, дата рождения 9-7-1955, место рождения США, Южная Каролина, Г, Централь, особых примет нет. Город Централь. Вот, все, ну, как все как положено. Мы столько видели этих карточек розыска. Не грози Южному Централу. Вот, и МВД радостно включилось в это все, доводя ситуацию не то чтобы до абсурда, а, ну, просто куда-то уводя в космос. Ну да, причем ты знаешь, что она и эстетически так обставлена, ну, в том смысле, что, ладно, объявить сенатора в розыск за то, что они увидели неправильно смонтированный ролик, что вообще абсурд абсолютный, но еще и написать, сука, национальность американец. Нет? Ну, да, просто это вообще очень... Мне кажется, что прям хорошо. Американец. Американец. Ну, честно. Помнишь, какая-то была история, когда задерживали на митингах. И случайно... Да, он, кто привел американца? Случайно кого-то задержали там. Странно, что мы не слышали никакого уголовного дела с участием, не слышали ни про какое уголовное дело с участием Линдси Грэма. Ну, не могут же просто так объявить в розыск. Ну, объявляют в розыск на основании чего-то. И это поэтому у меня вопрос. Они что, за ночь возбудили уголовное дело по заявлению вот этому? И потом объявили в розыск. Короче, вопросики. Да, окей, вопросики, не то чтобы вопросики оставались, вот, но у меня вопросиков никаких нет, по-моему, ну, то есть, абсолютнейший абсурд и абсолютнейший идиотизм демонстрирует как российская пропаганда, в общем, на весь мир, так и российские силовые органы, но я думаю, что это работает. Это работает прежде всего на тех, кто, будучи запуганным, будучи, так сказать, соглашающимся по тому, что
не соглашаться с этой пропагандой себе дороже. Вот для них и этого достаточно. И этого достаточно. Если объявили в розыск, значит, неспроста. Если так показали, значит, так оно и есть, а теперь они что-то оправдываются. Это они сейчас перемонтировали, а раньше он так сказал. И всякое такое. Вот эта история работает. Пропаганда это отлично знает. Вот. И мы сегодня еще с пропагандой будем немножко разбираться обязательно. И вообще, так сказать, больше ей внимания будем уделять. Я вижу, что и вам это, так сказать, интересно. Вот, и будем об этом тоже обязательно говорить. Вот, давай как раз, может быть, к этому и перейдем через несколько секунд. Перед тем, как начать следующую тему, предлагаю проверить, поставили ли вы лайки нашей трансляции, подписаны ли вы на YouTube-канал Александра Плющева, потому что это очень и очень важно для нас, чтобы вы подписывались, чтобы вы лайкали и чтобы вы делились нашими эфирами. Обязательно. И там мы идем к очередной круглой цифре по подписчикам. Сама по себе она не так уж много значит, но круглые цифры – это так приятно, это так. Так прямо здорово. Поэтому... Ну, похожи на нас. Такие круглые. Ну, ты не очень круглая. При всем уважении, так сказать. А я-то вполне. Вот, так что, пожалуйста, подпишитесь на канал. Вам пустячок, а нам приятно. Так, давай... Давай посмотрим еще одно. Значит, пропаганда бывает самая разная. Бывает в том числе и религиозная, поскольку, значит, у нас... как это называть, церковь не отделена уже от государства, отделена, наверное, только формально, а фактически срослась и является таким идеологическим придатком российских властей, которая активно тоже обрабатывает граждан. И вот кусок этой обработки показал покажем мы вам, канал «Царьград» показал это полностью. Вот он вообще, собственно, этим и занимается круглосуточно. Но отдельные места примечательны. Короче, с отпусками присмиритесь, милостыню давайте, работайте как положено, отделяйте десятину на нуждающихся и на фронт, и молиться начинайте, потому что за ваши попы, желающие в мягком кресле лететь на Гоа, сегодня умирают лучшие русские пацаны. Лучшие русские пацаны. Потому как можно меньше тратьте на себя, на ногти свои тратьте меньше, на волосню свою тратьте меньше, на то, чтобы мазать себя там разными кремами, тратьте меньше, на всякие солярии и массажи тратьте меньше, вообще не тратьте на это. Вообще пусть они все плачут, вся эта индустрия обслуживания смертного телесея, пусть плачет сегодня, потому что нужно тратить на них ноль, все остальное бедным и на фронт. И в храм Божий ходите, пока вас не взяли враги наши за самый шиворот, тогда вам будет невесело. Всем все понятно? Вперед! Аминь. А мне так нравится, я думаю, как же сильно этого человека обидели женщины, или сколько денег они из него вытянули на салоны красоты, что могут, он прям, да? Что он прям вот он вымещает это в эфире, настолько его, видимо, заколебали бабы. Ну, я правда, я не знаю, какие у него взаимоотношения с женщинами, и должен ли он им платить, но чувствуется, ну, как бы прожитый личный опыт. Да? Да, вот слышно прям он, вот это, на волосню своей. Волосню. То есть, как бы он, видимо, очень, да, он, ну, пришлось человеку как-то потратиться, чтобы кто-то кремом вот этим намазался. Нет, дело в том, что, во-первых, да, глубокое знание предмета. Да-да-да, но я, ну... Вот. Во-вторых, нельзя не признать, вот, во-вторых, меня, ты знаешь, некоторое противоречие смущало, ну, потому что есть же образ, да, не в смысле образа, а в смысле образ. В смысле, что... как персонаж. Ну, смотри, к кому он обращается? Вряд ли он обращается к тебе, Татьяна Фельгенгауэр, потому что ты вряд ли включишь канал «Царьград». Вот так окольными путями до тебя доберется, но гарантии нет. Поэтому обращается он, скорее всего, к зрительнице телеканала «Царьград», верно? Кто смотрит телеканал «Царьград»? Прихожанка, наверное. Ну, женщина, так сказать, которая ходит в церковь, соблюдает обряды, праздники чтит там и так далее. Ну и, наверное, она, по идее, должна уже сама по себе быть крайне скромной, крайне, значит, не требовательной в...
расходах и вообще предпочитающий жизнь духовную, жизни телесной. Вот, и всяким прочим таким радостям, типа крема для лица. Вот, и всего прочего. Вот уж радость. Мне так казалось. У меня мое стереотипическое сознание, наверное, мой стереотип, он был нарисован как-то так. Кому он обращался? Какую волосню он имел в виду? Волосня – это под косынкой, и все. Вот, и что там? Можно не мыть неделю. Но, видимо, с другими барышнями общается этот человек, понимаешь? Чего обращать через Царьград? Я поэтому и говорю, что из него вот это вот, как бы из глубины души боль рвется, сердечная, видимо, душевная. То есть он, по идее, это должен действительно обращаться к прихожанкам, но у него так, видимо, наболело, что он решил к бабам своим обратиться. Извините за слово бабы. Да, и как-то... Видимо, он им-то боится сказать в лицо, потому что огребет. А так вот через... А такой типа, а я в эфире все скажу. Нет, с другой стороны, вы видели, наверное, может быть, видели Watermark, это, в смысле, водяной знак на видео, это, соответственно, ресурсы Ксении Собчак. Но если вот с таким прицелом, что туда попадет, вот, тогда ты представляешь, какую аудиторию сразу получаешь, именно тех, к кому ты обращаешься. Я заранее прошу за цитирование довольно старинного, но все же комедий-клаба, но там был довольно смешной скетч про двух женщин, так. Как раз вот которые вас, вот, одна друга говорит, не поминай имя Господа в ЦУМе. Это прям было очень хорошо. Может быть, к ним обращается этот человек с крестом. Вот эти все наши досужие комментарии, это полная ерунда, потому что у нас есть и в загашнике комментарий профессионала. Вы думаете, что мы вот решили просто похихикать так над священнослужителем? Вот, и все. Нет, мы записали филолога Анну Плисецкую, кандидата филологических наук, исследователя СМИ, аспиранта Карлова университета, показав ей это видео. Вот что думает человек-ученый. Анна, что же до нас хотят донести, какой месседж нам отправляют с помощью этих 50 секунд видео? Вы знаете, я даже посмотрел целиком, там всего минут 6. Месседж там такой большой и, в общем-то, прямо популярным достаточно, да, протоиереем московским Андреем Ткачевым прямо этот месседж выражен, да, чтобы во время, как он ее называет, Великой Отечественной спецоперации, как он ее назвал, или экзистенциальной войны с жертвами, чтобы тем, кто, как он опять же выразился, на гражданке, термин, да, чтобы им дать понять, что же им делать. Да, вот тем, кто не на фронте, да, как им себя вести, наметить им линию поведения. Мне кажется, что это сейчас такой вообще мейнстрим для разных аудиторий. Вот здесь аудитория православных, верующих, да, для другой аудитории, там, условно, более такой, может быть, для интеллигенции, для нее, вот Константин Богомолов недавно, да, на РИА Новости статью опубликовал. Для еще третьей аудитории, какой, сами определите, долгое время высказывается Евгений Пригожин, да, а тезисы, похожие, есть кое-какие, да, при всех различиях больших, да, например, противопоставление народа простого, и важные две такие библейские тут, да, темы, пот и кровь, связанные с этим народом. Это народ, русский народ, это трудяга, он проливает свою кровь, простой народ. И это вот он практически святой, как тот же протоиерей Андрей Ткачев в этом же ролике, в полной версии. Он говорит, что если ты русский, ты не знаешь отче наш, ты не русский. Русских безбожников не бывает, говорит он, да. И русский обязательно трудяга, вот тоже интересный тезис всегда. Вот. А если нет, то ты не русский, просто все вот так. И, конечно, противопоставление народа и элит. Это еще с времен кремлевских нарративов идет, помните, болотная поклонная, да? Вот эти элиты на горных лыжах, там по курортам, да, и простой Уралвагонзавод. Вот это оно. И сейчас надо быть вместе с народом. Вот. То есть идут вот такие подмены все время, да, что делает святое дело, он гибнет, как тут используются такие образы у Ткачева из былин каких-то, да, такие народные, как это, окропили кровушкой они, да, землю, головушку сложили, то есть вот такой стиль у него здесь, да, былинный. А потом вдруг почти блатной такой низкий стиль применительно, да, к
к этим несчастным элитам, которые ездят, я впервые услышала выражение, на пробитые курорты. Я даже пыталась такое найти, сленг это или что-то. Есть, ну, популярные курорты, это, видимо, пробитые, что их пробивают все время, да, в турагентствах, там, Анталия, Гоа, Мальдивы он три назвал, да, куда все хотят поехать и не могут, стыдновато, не время отдыхать, в общем, надо застегнуться, тезисы такие, да, о телесах поменьше думать, родину свою исследовать, Байкал, Соловки, Сибирь, Сахалин. И тут несколько интересных образов, да, образ элиты, у которой тело жирное, он цитирует там Горького, да, глупый пингвин, как оппозиция нашим пацанам, причем лучшим пацанам, вот которые гибнут в Украине, и образ России будущего у него, да, вот это Россия будущего, у Богомолова там тоже про это есть, и много общего тоже, что это не врагов, а не развратников, не дураков, которые влюбились в Голливуд и прочую порнографию. Так, не актеров, а актрисок. Вот по актерам отдельно все проезжаются, как Богомолов сам, так и почему-то Ткачев. А настоящих патриотов, знающих запах крови, не ублюдков продажных, а настоящих мужиков, за которыми стоят настоящие женщины. Ну, естественно, это все те, кто воюет в специальной военной операции. Вот. Интересно вот стилистически, да, что при этом он вдруг такие использует термины, там, нам надо перешифроваться, вот это, да, что, то, что на ролике, да, внизу строкой, да. То есть вот эта тема кода, как вот кодирование, да, шифра, перешифроваться, братья и сестры, причем сочетание с братьями и сестрами, да, вот это интересно. То есть шифр на что мы, русские, это христианин, трудяга, ну и, конечно, образ врага, язык ненависти, и враг просто изображается так, что вообще убить его, это как убить моль, да, как убить каких-то насекомых. Шваль бандеровская, нечисть сатанинская, нечисть фашистская, которую надо посыпать хлоркой, чтобы ничего не выросло, дословно. Такие образы, понятно. То есть, ну, здесь, конечно, никакого сочувствия к рогам, никакой идеи не убей христианской, получается, нет. Ну, и практический вывод, подытоживая, что платите, конечно, платите десятину, вот эту десятую часть заработка, то, что платите на бедных СВО, понятно, и не платите ни копейки врагу, то есть сервису, то есть не тратьте вот эту цитату замечательную на ногти и волосню, на маникюр, крема, солярий и так далее, не заботьтесь о своих, опять вот эта цитата, телесех, да, не заботьтесь о них, все должно быть аскетично, духовно, потому что идет война, о чем мы прямо говорим. Вот. Ну, пожалуй, знаете, что мне бросилось в глаза? Угу. Что, ну, такое некоторое противоречие, как мне кажется. Он говорит, за вас, привыкших ездить на Гоа, за вас там, значит, бьются ребята. Но было бы понятно, что если бы, типа, поделитесь своим частью своего благосостояния, чтобы сохранить все то, что у вас есть, что он говорит, тогда бы... было понятно. Но он говорит, откажитесь от того, что у вас есть. С одной стороны. И с другой стороны, он же... как бы мы, не он понимает, а мы понимаем. И я думаю, что адресат тоже понимает, что как раз мир-то из-за этой войны и закрывается перед ним. Ездить на Гоа, может быть, еще можно, но становится все проблематичнее и проблематичнее. Как раз ровно из-за того, что ребята там бьются. Вот как это противоречие он решает? Вы знаете, мне кажется, в постмодернистском модном ключе практически никак. Потому что он говорит, например, как данное, да, как вот презумпция такая, да, он говорит, что вот эти пацаны, которые борются за какую жизнь для нас? За худшую или лучшую? Ну, конечно, за лучшую, чтобы нам жилось лучше. А никаких подтверждений этому нет, да, что они борются именно за то, чтобы нам, вот тем, кто здесь в России, да, и не воюют, чтобы нам было лучше. Скорее, обратное, да, видно всем каждый день, да, вроде бы как. Но подтверждений никаких нет. Ну, он идет дальше, да, он на этом никак не останавливается. Я думаю, что здесь такая есть сверхидея, что идет борьба вот со злом просто, да, со злом вот этого нацизма, да, вот этот основной нарратив. Победа именно России над мировым злом, да, и что мы вот так здесь, в этом ролике этого не было, но вообще это такая общая тема, да, что приходится идти на такие вот жертвы, уступки, потому что иначе нам, он уже в конце там говорит, да, там, угроза, страх – это базовые человеческие эмоции, он в конце говорит, что иначе нам всем будет плохо, да, если мы врага не победим. То есть через страх нас захватят, поработят и так далее.
Да, ну вот таким образом комментирует и человек-ученый, не то что мы с Татьяной. Это Анна Плисецкая, кандидат филологических наук, исследователь СМИ, аспирант Карлова университета. Ну, пожалуй, достаточно на сегодня пропаганды, хотя, может, еще в кукухе вернемся, конечно же, куда без нее. Но это будет уже в следующем часе, а пока новости военные. Юрий Федоров, военный эксперт, без которого не может обойтись брекфаст-шоу. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Доброе утро, Юрий Евгеньевич. Доброе утро. Я ведь тоже не могу без вас обойтись. Ого, вот это вот очень мощно и дорого для нас. Да, здорово. Давайте тогда совместно к нашим зрителям обратимся и поговорим про вчерашний налет на Киев. Был еще один с несколькими десятками дронов и ракеты. Знаете, на что я обратил внимание? Вообще новости о дронах, где бы то ни было, и в приграничных областях, и даже не только в них, российских я имею в виду, и в Украине, они вытесняют вообще все остальные. Такое впечатление иногда, чисто по новостям, чисто по новостному фону создается, что вообще война идет чуть ли не одними только дронами. Настолько их много фигурирует в этих новостях. Что можем сказать сейчас о применении дронов и о том, значит, буквально вот о той атаке, которая произошла накануне? Действительно, эту войну называют иногда войной дронов. Я думаю, что это некоторое преувеличение, просто потому что, ну, строго говоря, это вторая война, более или менее такая известная, в которой дроны применяются в массовом порядке. Это не единственное. Первая была война в Карабахе в 2020 году, где впервые, ну, по крайней мере, вот так достаточно, чтобы это было хорошо известно, применялись тогда Байрактары, это турецкие беспилотники ударные, и довольно эффективно применялись. Это произвело, я бы сказал, такое чуть ли не шоковое впечатление на средства массовой информации, на общественное мнение. Ну, как же так? Вот действительно, беспилотники оказываются очень эффективными. На самом деле, до этого тоже были войны и операции военные с применением дронов, в том числе на Ближнем Востоке, где из Йемена была совершена серьезная атака на, опять же, иранскими дронами. Вот какими сейчас трудно сказать, но похоже, что теми же, которые используются в России, Россия и в Украине, на саудовские нефтяные предприятия. Ну, правда, тогда это как-то вот не заметило мировое общественное мнение этой атаки, хотя на Ближнем Востоке о ней говорили довольно много. Но, ладно, вернемся теперь к текущим событиям. Уже третью ночь подряд Киев и другие крупные города Украины подвергаются атакам и российских беспилотников, ну, точнее, Ирана российских беспилотников, тех самых шахедов, и ракет. Вот сегодняшняя ночь, в ночь на сегодня было запущено 40 ракет, из которых 37 было сбито, это ракеты воздушного базирования, и большое количество беспилотников, из которых тоже в основном были сбиты, но не все, конечно. Ракеты сбивают в основном около Киева, под Киевом, и туда направляются основные волны российских ракет и беспилотников. Там их в основном все-таки сбивают, но не все. Некоторые обломки причиняют, падая на жилые кварталы, причиняют достаточно неприятные повреждения. Вот в эту ночь, по-моему, был убит обломком ракеты, был убит житель Киева. Зачем все это делается? Тут, ну, с одной стороны, понятно,
уже эти стандартные объяснения истощения ПВО Украины, истощение запасов ракет, выяснение, где эти батареи ПВО расположены, психологическое давление на население. Это все так. Но вот бросается в глаза, что в последние несколько суток, я думаю, вот на протяжении субботы-воскресенья и даже пятницы, это было вот эти массовые атаки, воздушные атаки беспилотниками и ракетами, были в известной мере синхронизированы с активизацией наступательных действий российских войск и под Бахмутом, и на других направлениях в Донецкой области, в Донецкой и Луганской. Значит, там, судя по сводкам Генштаба Вооруженных сил Украины, войска сопротивляются, достаточно упорно сопротивляются российским атакам, но российские атаки интенсифицируются, и не только обстрелы, но и попытки вот наступательных каких-то небольших операций. И по направлению к Часову Яру, вчера было на протяжении всего воскресенья, там были достаточно серьезные попытки наступления со стороны вооруженных сил России, Марьинки. То есть, в общем, эти атаки, воздушные атаки, они как-то синхронизированы с наземными действиями. И, по-видимому, это мое объяснение, оно может быть и неправильное, но мне кажется, что таким образом Москва пытается спровоцировать Украину на вот это давно ожидаемое наступление, которое, по-видимому, пока все-таки еще не подготовлено должным образом. Не случайно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины господин Данилов говорил о том, что права на ошибку Украина не имеет. Хотя он говорит о том, что контрнаступление или наступление может начаться в любое время, сегодня, завтра, там, через неделю, он, правда, говорил это, по-моему, позавчера. Ну, в общем, он дал понять, что в любое время оно может начаться, но в то же время права на ошибку Украина не имеет. Поэтому так можно предположить, что идет подготовка. А если же вооруженные силы Украины начнут это контрнаступление, недостаточно его подготовив, а, видимо, именно на это рассчитывают в Москве, ну, тогда вероятность неудачи увеличивается, а вероятность удачи, естественно, успеха, естественно, сокращается. Вот в этом, как мне кажется, и есть задумка российского военного командования, возможно, и политического тоже. При этом это еще, понимаете, как-то было сопряжено с совершенно хамским заявлением российского МИДа, замминистра иностранных дел Галузина. Вообще интересный такой персонаж, он... Вы так говорите, Юрий Евгеньевич, вы так говорите, как будто там другие бывают, не хамские заявления, как будто там бывают вежливые, уважительные или еще какие-то. Ну хорошо, не будем спорить. Стандартное заявление. Просто удивился, не спорю совсем. Очередное хамское заявление, из которого, например, относительно того, на каких условиях Россия пойти на прекращение огня, в частности, например, он там помянул, что Украина должна выплатить какую-то компенсацию за утопленный крейсер «Москва», отказ от вступления в Европейский Союз. Ну, в общем, весь набор требований, которые были еще сформулированы в начале войны. В общем, опять же, на мой взгляд, это попытка спровоцировать, вывести Киев из себя,
доказать, что никакие посреднические усилия, там, скажем, китайского представителя, который совершил такую зондажную поездку в Украину, в Европу и потом в Москву, вот в ответ на зондаж со стороны Пекина Галузин сформулировал вот такую, ну, по сути дела, повторил все, что говорилось раньше, но в такой предельно вызывающей форме. Это, в общем, ответ на китайский план, на китайские усилия, как я понимаю, и одновременно попытка все-таки вызвать раздражение в Киеве и, ну, спровоцировать на наступление. Вот такая ситуация. А в остальном каких-то кардинальных изменений на линии фронта за последние три дня, когда мы с вами вот не встречались, но каких-то изменений принципиальных не произошло. Юрий Евгеньевич, буквально новость с колес, что называется, но я уверен, вам не составит труда прокомментировать. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеэфире назвал решением проблемы обстрелов в территории региона. Ну, регион обстреливают время от времени, даже чем дальше, тем больше и тем интенсивнее. Вот. Он сказал, что решением будет присоединение к нему, к Белгородской области, Харькова и Харьковской области. Как вам? Нестандартный поворот. Отодвинуть, ну, границу, так сказать. И что это изменит? Ну как, что можно сказать, вот, оставаясь в рамках, ну, такой политической корректности и избегая излишне жесткой лексики неприличной, ну что можно сказать, ну бывает с людьми такое, видимо перетрудился губернатор Белгородской области, или на него произвело очень сильное впечатление вот эта атака русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Ну, вот, возможно, такая вот аберрация психическая произошла с ним. Ну, бывает, вообще это лечится, наверное. Но просто дело в том, что вот как я себе это представляю, окей, хорошо, допустим даже, ты присоединяешь Харьковскую область и Харьков, хотя, в общем, события доказали, что это, ну, мягко говоря, затруднительно. Если раньше не присоединили и даже оставили эти позиции, то сейчас еще труднее будет. Ну да бог с ним. Допустим, что-то случилось и произошло, и вот их, значит, присоединили, захватили. А он же говорит присоединить, то есть обстреливать, просто линия обстрелов смещается. Белгород и его там пригороды, не знаю, города Белгородской области не будут обстреливать, зато будут обстреливать новые территории. Он как бы говорит, давайте новые территории присоединим для того, чтобы они стали буферной зоной и обстреливали их. Это так, что ли, получается в этом смысле? Ну, не исключено, что и так. Вообще комментировать такого рода заявления, искать в них какую-то логику, понял, мне кажется, довольно трудно, особенно логику военную. Ну, хорошо, ну, присоединили, допустим, хотя я, честно говоря, просто не понимаю, как это у Гладкова получится. Ну, допустим, присоединили, значит, нужно огромные усилия прикладывать к тому, чтобы подавить сопротивление вот это, сказать, население Харьковской области, ликвидировать все очаги подпольные партизанского движения и так далее и тому подобное. В общем, ну, это, помимо всего прочего, это еще и отвлечение крупных сил от фронта, собственно, в Донецкой области, возможно, в Запорожской, и, соответственно, облегчить условия для наступления вооруженных сил Украины. Но ничего другого, мне кажется, из этого не получится. Хотя, повторяю, ну, бывают такие вещи, ну, люди говорят иногда странные вещи. Okay. Другое дело, вот тут, понимаете, видимо, все это как-то вписывается в общий тренд, в общей установке Кремля, значит, как можно больше
произнести всякого рода слов, которые должны продемонстрировать несговорчивость Москвы и готовность воевать до последнего. Но это, видимо, в Кремле так размышляют, а что на самом деле готово ли российское общество, российская армия воевать до последнего, трудно сказать. Если, скажем, обратить внимание на вот это нашумевшее заявление интервью Пригожина, ну, похоже, что там как-то вот не чувствуется у Евгения Викторовича желание воевать до последнего своего наемника из группы Вагнера. Скорее наоборот, он его выводит из зоны боев. А иногда они и сами выходят, судя по сообщениям значит, количестве дезертиров. Но хотели еще успеть поговорить про ядерное оружие. Тут, значит, в очередной раз этот вопрос возник. И теперь, я так понимаю, он уже был оформлен. Если ранее заявлялось о намерениях, то теперь был оформлен. Ядерное оружие в Беларуси имеется в виду. Да, так вот, это тоже одно из событий, которое в конце прошлой недели и на протяжении всего уикенда привлекало внимание. Это подписание договора между Белоруссией и Россией о том, на каких условиях и как именно будет располагаться ядерное оружие на территории Беларуси. Кто за что отвечает, видимо, там же и какие-то финансовые вопросы рассматривались, кто чего оплачивает. Но принципиальный вопрос, как я понимаю, заключался во время подготовки этого соглашения, заключался в том, а кто, собственно, охраняет склады с... Ну или склад, или вот этот бункер, где находится тактическое ядерное оружие, которое, видимо, вот сейчас перевозится так или иначе, или готовится к перебазированию в Беларусь. Вот кто будет охранять? У меня такое ощущение, судя по некоторым заявлениям Лукашенко, что он рассчитывал или очень хотел бы, чтобы охрана обслуживания ядерных боеприпасов была бы поручена белорусским вооруженным силам и, соответственно, специалистам этих сил. Тогда они могли бы приобрести некоторый опыт в обращении с этими боеприпасами и с тем, чтобы в случае чего именно Минск мог бы взять их под свой контроль и, ну, использовать их, конечно, крайне рискованно, но, тем не менее, вот, контролировать их мог бы именно Лукашенко. Вот мне кажется, что в этом, вот это является одним из мотивов того, почему он не просто согласился, а даже настаивал на том, чтобы на территорию Беларуси было сосредоточено какое-то количество этих тактических ядерных боеприпасов. Применять их военного значения в плане противостояния с Западом, как мне кажется, эти боеприпасы, это оружие не имеет. Вот если посмотреть на карту, которую я прислал, вот там показана зона, на которую расширяется, ну, дополнительная зона, которая находится под угрозой ядерных ударов из Беларуси. Она на карте вот заштрихована такими наклонными красными линиями. По сравнению с той зоной, которая уже зоной поражения, которая уже обусловлена ядерным оружием, находящимся где-то в районе Калининграда, российским ядерным оружием. Вот видно, что дополнительно под угрозой находится примерно 2/3 территории Словакии, небольшая часть территории Чехии и север Венгрии. То есть, если смотреть вот на эту карту, то получается, что серьезного, какой-то дополнительной серьезной угрозы
для западных, для стран-членов НАТО, для военных объектов Североатлантического блока и его членов, в общем, не возникло, не возникает. Тогда вопрос, а зачем, собственно, вся эта история начинает раскручиваться? Вот мне представлено, помимо того, что это... Ой, Евгеньевич, ну вот, что же мы не узнаем теперь, помимо того, что... Ну, я думаю, что, во-первых, узнаем. Во-вторых, ты знаешь, учитывая, что Юрий Евгеньевич у нас ежедневно выходит, вот, и с ним сбоев практически никогда не бывает, это можно как бы допустить в погрешность. Вот. Ну, что ладно. Такая, да, такая погрешность. Ну, может быть, что-то случилось с интернетом у Юрия Евгеньевича. Ну, бывает. Вот. Но, в общем, в целом-то мы поняли, что никакого, значит, этого... стратегического смысла в этом нет. Главное, карту показали. Стали угрожать Словакии. Вот теперь. Стали мощно угрожать Словакии. Вот. Заживем теперь. А, да, стратегический смысл. Хорошо, тогда Юрий Евгеньевич... Вот успеем сказать. Спасибо, Юрий Евгеньевич. Смотри, он даже и не прекращал. Вот Юрий Евгеньевич молодец. Сейчас попробуем его вывести. Видимо, что-то прервалось. Подбоил немножечко. Да, и не прекращал. Нам и рассказывает что-то. А? Нет? Нет? Не подхватывается? Ну, давай мы скажем большое спасибо, Юрий Евгеньевич. Да, Юрий Евгеньевич, не подхватывайтесь, но мы все поняли. Да. Вот. Но завтра увидимся. Если слышите нас, просто очень благодарим вас и прощаемся с вами до завтра. Подвините правым глазом. Что-то на минутку сбой произошел. Ну, в принципе, все окей. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну что, тогда пойдем дальше и перейдем к следующей теме через мгновение. Ну что, видимо, Эрдоган все же выигрывает очередные выборы. Уже очевидно. Ниоткуда не появятся никакие непосчитанные голоса, никто ничего не объявит сфальсифицированным, и все признают, что да, эта музыка будет вечной. Реджеп Тайип Эрдоган продолжает оставаться президентом Турции. Второй тур выборов президента вчера прошел. И завершился не то чтобы разгромной победой, прямо скажем так. Вот. В общем, мне кажется, вполне очевидный, вполне явный. Как бы там ни относиться к Эрдогану. 52% это явно? Ну, вполне, да, вполне. Это не на тоненького, там 50-03, там что-нибудь вот это вот, знаешь, там 54. Не, в моем понимании, ну, убедительное, это... Нет, это от 55 или хотя бы ближе к 60. Ну, 52 – это неубедительная победа. Ну, что мы между собой разговариваем? Давай, если у нас есть человек, который профессионально следит, изучает в научном смысле эти выборы, журналист Медиазоны Руслан Абликимов. Руслан, привет. Да, привет, коллеги. Привет. Пожалуйста, разреши наш спор. Результаты Эрдогана в этих президентских выборах, 52%, это убедительная победа? Ну, для Турции это все-таки, я бы, наверное, сказал, что это убедительная победа, потому что, ну, вот если посмотреть, по крайней мере, вот результаты 2018 года, которые я вот сейчас помню, там как раз Эрдоган 52% и набрал, но он набрал их в первом туре, и, в общем, второй тур там не потребовался. Вот. Ну и в целом, как бы, Турция – это такой маятник между двумя вот этими нарративами, светским, кемалийским и исламским. Ну и как бы вот представители, вот, подверженные исламскому нарративу, они вот голосуют за Эрдогана, ну и вот всегда их вот буквально вот 50 плюс там 1/10, и, в общем… Как-то так вот выборы в Турции проходят. Угу. Ну, что это означает, прежде всего, для самой Турции? Некоторые, я просто видел интервью с разными людьми в Турции, ну, обычными совершенно, и многие из них говорили, это люди на улице, возможно, это не репрезентативно совсем, многие говорили, что это чуть ли не последние выборы, что, значит, все права и свободы, которые остаются еще в Турции, будут задушены там и так далее. Ну, и мы знаем, что вообще, как бы, диктатор, который, в смысле, авторитарный правитель,
правитель, который там 20 лет у власти, мы имеем некоторый опыт взаимодействия с ними и знаем, что это опасения, видимо, не беспочвенные. А как могут развиваться события после того, как вот Эрдоган заступит на очередной срок? Ну, вот, по крайней мере, из того, что Эрдоган сам говорил после того же, как стало ясно, что он победил, он достаточно примирительную речь сказал в Анкаре перед своим дворцом и перед, вот, ну да, у своего дворца и перед своими сторонниками. Он как раз сказал, что я буду там президентом 85 миллионов турок, и я буду, в общем, вести политику всяческого международного сотрудничества, укрепления НАТО, предотвращения войн и так далее. Вот. Ну, в целом, конечно, ожидать того, что гайки будут закручиваться, можно. Я видел мнение, что вот он сейчас получит вот этот свой контрольный пакет доверия турецких граждан и приступит как раз к каким-то вот таким решительным действиям. Вот. И есть определенное там количество людей, особенно в больших городах, которые придерживаются этого мнения, но с другой стороны есть там другие турки, в том числе и молодые, которые там другого лидера, кроме Эрдогана, и не видели, и в целом они рады тому, что вот Эрдоган в очередной раз победил, и в общем вот этот курс, который уже там с 2003 года продолжается. А если говорить о сопернике Эрдогана, что не получилось у Кылычдароглу за вот это время между двумя турами президентских выборов? Не смог он добрать нужные голоса? Ну, там ситуация такая, что вот я посмотрел такую небольшую выкладку по голосам в целом, сколько человек проголосовало. Получается так, что за Эрдогана проголосовало на 600 тысяч человек больше, чем в первом туре, но при этом за Кылычдароглу на 1 000 000 человек больше, чем в первом туре. То есть, с одной стороны, конечно, можно сказать, наверное, что это такой некий маленький успех Кылычдароглу, потому что он больше голосов набрал, чем соперник. Но, с другой стороны, если посмотреть как раз вот в тех районах, в которых массово за Кылычдароглу проголосовали, во втором туре явка была ниже. То есть вот в Курдский район, вот этот вот как раз юго-восток Турции, там ну, выборам во втором туре меньше внимания уделялось, чем в первом. Вот. Что ему не удалось? Сейчас, наверное, сложно как-то прям однозначно сказать, что ему не удалось, но вот он пытался перед вторым туром оседлать вот эту вот националистическую повестку, там предлагал выгнать всех беженцев, делал популистские заявления вроде. Я вот, кстати, хотел спросить: всех беженцев, это главным образом речь идет про сирийцев, про курдов, не знаю там про кого, или понаехавших россиян это тоже касается? Ну нет, это касается как раз вот афганцев и сирийцев. Угу. Ну вот вообще дискурс вокруг них ведется, потому что они там проникают через границу нелегально многие, то есть там Турция открывает, ну как нелегально, Турция открывает им зеленые коридоры, и они могут, в общем, без документов как-то вот проникать, многие там продолжают оставаться как-то вот так вот, заниматься какой-то теневой экономикой, вот, ну и, в общем, это достаточно такое популярное, на самом деле, мнение о том, что, типа, нужно всех мигрантов, ну вот, сирийцев и афганцев из Турции выгнать. Ну, то есть буквально реально их там, не знаю, 70% людей так думают. Угу. Понятно. Ну, то есть не удалось ему прокатиться на такой, в некотором смысле, ксенофобской, да, риторике. Ну, конечно, ксенофобская, популистская. Ага. Ну, посмотрим. Значит, Эрдоган, а как у него, сейчас будет какая-нибудь инаугурация, да? Будет инаугурация, я когда конкретно она будет, я не знаю, но, в общем, да, стоит ожидать. Стоит ли ожидать, последний вопрос, стоит ли ожидать того, что как-то будет под себя дальше менять законодательство Эрдоган? Мы знаем, однажды он этот трюк провернул, когда от премьерских, ну, от парламентской республики переделал ее в президентскую. Ну, ожидать, конечно, стоит в любом случае чего угодно, но он никаких прям конкретных пока по поводу этого заявления не делал, стоит, наверное, за этим следить. Вот. Ну, как бы вот изменение Конституции, оно произошло тоже достаточно так внезапно в Турции.
Ну, пока не могу вот прям вот вам сказать, что вот он обязательно там что-то поменяет и что-то под себя переделает. Ну, а есть ли в этом для него необходимость или действующее законодательство позволяет ему чувствовать себя достаточно уверенно и спокойно на посту президента? Ну, Турция — это такая суперпрезидентская республика, то есть президент назначает министров, президент, в общем, ну, то есть реально это такая система, когда всем руководит один человек, поэтому, ну, в целом каких-то прям необходимости что-то там менять уже нет. Она уже вот, ну, то есть он уже все поменял в 2017 году. Спасибо большое. Благодарим Руслана Аблякимова, журналиста Медиазоны. О международных аспектах победы Эрдогана на выборах в Турции мы поговорим уже с Константином Эгертом через полчасика примерно. Обещал к нам выйти наш коллега, специалист по международной политике, и все нам рассказать. Значит, мы продолжим через несколько секунд. Так, давайте, знаете, что сделаем? Сегодня в 12 часов у нас премьера интервью из цикла «Кто такой?», который делает на моем канале Татьяна Фельгенгауэр. И сегодня интереснейший собеседник, кстати, с большим интересом посмотрю, самому интересно, как оно это, и даже жду каких-то таких, не знаю, откровений, да? Нет? Ну, каких-то интересных, захватывающих интересных подробностей ждем. От интервью с разведчиком и бывшим сотрудником КГБ СССР, соответственно, Сергеем Жирновым. Вот, поглядите-ка кусочки. Синенькая штучка за мной – это мое первое удостоверение КГБ. И получилось 518 страниц. У всех есть мифы по поводу шпионажа, по поводу разведки, по поводу КГБ, по поводу нелегальной разведки. Ну, условно говоря, я паразитирую в последнее время. Да, я был не просто активным, я был суперактивным, гиперактивным человеком. Вы знаете, я вспоминаю свое детство. Я обожал ходить строем. Иностранные языки в школе мы учили как мертвые языки. У меня детство было очень счастливое. За исключением того, что меня чуть в 14 лет не удушил Сливко, Анатолий Сливко, серийный убийца. И вот, и я подтверждаю, что это было реально. Мы жили 2 месяца при коммунизме в Москве, в отдельно взятом месте, из которого убрали всех москвичей. И это только, я вообще еще рассказываю, только очень маленький кусочек из моей жизни. То есть самое страшное слово, которое было при Сталине, — космополит. Я типичный представитель убежденного космополитизма. Ну, если не распилят на кусочки, то отправят дипломатической почте в Москву и посадят как Навального. Сейчас будем уже, да, со следующим гостем соединяться. Небольшие технические проблемы у нас, поэтому будем использовать старый, добрый, проверенный метод. Да ты знаешь, сейчас мы попробуем даже не только старый, но и, знаешь, новый. Старый — это хорошо забытый новый, я бы так сказал. Вот, значит, смотрите-ка, как мы сейчас поступим с вами. Раз, вот так вот, и как будто Валерий Вильямович Цыпкало, как будто вместе с нами, смотрите. Оп, сейчас я сделаю. Можем даже крупно дать экран монитора, если получится. Вот, значит, белорусский политик Валерий Цыпкало к нам присоединяется. Валерий Вильянович, доброе утро. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что-то у нас не получилось с нашей стандартной связью. Будет вот таким образом на фоне моей рубашки. Но вас видно, слышно, все хорошо. Значит, накануне, вот в эти выходные, многие искали Александра Лукашенко, где он, что с ним, и в частности вы заявили, что по вашим данным, по данным ваших источников, Александр Лукашенко в плохом состоянии здоровья, госпитализирован в Москве. И, в общем, ну, надо сказать, за его жизнь есть, ну, не то чтобы опасения, может быть, мы не совсем опасаемся, но, скажем, есть серьезные сомнения в его способности дальше продолжать исполнять обязанности
главы государства. Что известно на этот час? Ну, на этот час пока ничего не известно. Могу сказать только, что информация на вчерашний день, на конец вчерашнего дня, он по-прежнему находится в ЦКБ, Центральная клиническая больница управления делами президента РФ, да, это та больница, которая Кремлевская раньше называлась, что состояние у него по-прежнему очень сложное, вот, но как бы мне человек-контакт, он, конечно, все же описал в очень таких деталях больших, серьезных, в смысле, очень тонких деталях. Вот. Я, конечно, не хотел бы эти детали озвучивать здесь, ну, в том числе и по этическим соображениям. Но то, что источник достаточно надежный, это как бы факт сомнений не вызывает. Другое дело, что, знаете, как правило, в таких случаях ты ожидаешь подтверждения из еще одного источника, я сегодня думаю, что я его получу. Это вот как, если вы помните, Пеньковский, когда сдавал американцам месторасположение советских межконтинентальных баллистических ракет, вот, да, он был надежным источником, но всего лишь одним. Вот. И они как бы не из других источников не получали эту информацию. Поэтому я могу так сказать, да, что оговорка мной была сделана просто исходя из того, что это источник один, и верифицировать его каким-то другим образом, ну, у меня пока возможности нет. Но то, что ему очень-очень плохо, то, что он находился в состоянии, при котором он не способен был воспринимать окружающую действительность, вот, этот факт не вызывает сомнений. Но я просто хочу понять, что сейчас, потому что были сообщения о том, что якобы Лукашенко что-то там ответил Такаеву, не очень понятно, когда, до того или после, там и так далее. Сейчас, на этот час, что вы знаете о Лукашенко? Нет, ну, он вчера поздравил и пограничников с днем пограничника, mm-hmm. так, то есть было зачитано просто от него поздравление, вот, но мы же с вами прекрасно понимаем, что это абсолютно ничего не значит, эти все поздравления готовятся соответствующими службами, точно так же, как он мог направить и какой-то очередное послание Такаеву. Это тоже ничего не значит, потому что эти послания также готовятся соответствующими службами. Министерством иностранных дел или пресс-службы его непосредственной. Поэтому я еще раз говорю, на вчерашний день, на конец вчерашнего вечера, состояние его оценивалось по-прежнему как очень тяжелое. Учитывая то, как, в принципе, устроена вся эта система вокруг Лукашенко, мы можем понять вообще, в течение какого времени станет известно, что, ну, действительно, Лукашенко больше не может занимать свой пост? Ну, знаете что, вопрос, конечно, транзита власти, он в любом случае стал на повестку дня. И неважно здесь, смогут ли его вытащить сейчас врачи московские или нет, очевидно совершенно, это по мнению эксперта, который как раз мне информацию эту и дал, что повторение рецидивов, они будут уже неизбежными. То есть ему было плохо там 2 недели назад, сейчас ему еще стало хуже. Вот. И если даже сейчас его и смогут привести в такое состояние, при котором он может быть транспортабельным, потому что на самолете категорически ему запретили лететь. Самолет вернулся в пятницу в Минск, его борт вернулся без него. То есть его могут теоретически сейчас поставить на ногу и транспортировать наземным транспортом, ну, то есть на автобусе там перевезти или каким-то другим образом. Но очевидно, что сейчас уже не надо говорить о его там болезнях, тем более, что я не врач, я не компетентен ставить там никакие диагнозы. Вот, я политик, и как политик я понимаю, что сейчас становится действительно актуальным вопрос о том,
что будет после Лукашенко. И это что будет после Лукашенко, если не вопрос недель, то, по крайней мере, вопрос месяцев. И здесь, естественно, надо готовиться к тому, что в Беларуси наступит период, когда будет полностью переформатировано политическое поле, и Беларусь будет определяться в том числе и по тому, какую форму государственного управления, какую форму государственного устройства оно изберет, захочет ли Беларусь оставаться президентской республикой или для того, чтобы избежать последующим узурпации власти другим человеком, будет двигаться в сторону парламентской республики. Я являюсь сторонником именно второго варианта, когда действительно все основные акторы, все основные игроки на политическом поле, они смогут свою энергию, политическую энергию прежде всего канализировать в парламенте, а не каким-то там иным образом. То есть будем строить цивилизованную Беларусь. Но в любом случае, я еще раз это подчеркиваю, транзит власти — это если не вопрос недель, то вопрос месяцев — это точно. Последний вопрос, Валерий Вильямович, я знаю, вы торопитесь, но все же, если вот встанет этот вопрос, там в неделях, в месяцах встает этот вопрос по дальнейшему будущему по транзиту власти в Беларуси. Как по-вашему, какую роль, какой фактор будет со стороны России? Ну, потому что мы видели, что во время драматических событий 2020 года Россия, Путин сыграл сильно не последнюю роль. Здесь, насколько у Владимира Путина есть возможности перехватить повестку, посадить своего человека, там, проконтролировать, чтобы пришел кто-то, кого он может, опять же, контролировать, или вообще просто оккупировать Беларусь окончательно. Как вы полагаете, какие у него возможности? Ну, конечно, сейчас возможности не такие, как в 2020 году, в связи с тем, что основная энергия Кремля сегодня направлена, естественно, на Украину, а не на Беларусь. Но Беларусь, безусловно, очень нужна для России. И, конечно, классическая схема, по которой действует Кремль, это попытка иметь свою креатуру, попытка каким-то образом поставить своего человека, предоставить ему серьезные финансовые ресурсы. Мы помним, что в 2020 году Кремль Лукашенко буквально на третий день после сфальсифицированных выборов предоставил налом фактически 1,5 миллиарда долларов, ну, в эквиваленте, для того, чтобы купить лояльность бюрократии, военных и правоохранительных органов. Ну, а что касается информационного влияния Кремля, то оно, безусловно, на территории Республики Беларусь очень и очень серьезное. По-прежнему у нас российские каналы являются наиболее популярными. Но, в принципе, это естественно в связи с тем, что большинство белорусов используют в повседневной жизни русский язык и находятся в российском информационном поле. Но я не очень верю в том, что будет сценарий прямой оккупации со стороны Российской Федерации. И, конечно же, если опять выйдут сотни тысяч человек, то вряд ли Кремль даст команду на то, чтобы силой, тем более, значит, вооруженной силой подавлять массовые выступления Беларуси. А есть кому выходить-то? Есть кому выходить, потому что, ну, уехали очень многие. Ну, понимаете, в данном же случае это же выход уже не против Лукашенко. Уже вряд ли кто-то в той системе координат, которая сложилась в Беларуси, сможет узурпировать власть, и вряд ли ему принесут, как мы видели там в случае с Мадуро, клятву верности военные силовики. Почему? Потому что Лукашенко выстроил такую систему, при которой ни один человек внутри силовых органов или внутри государственного аппарата не мог получить необходимого авторитета и репутации. Как только человек
начинал завоевывать авторитет и репутацию, он сразу же был отправлен в отставку, он отправлялся в отставку, либо переводился на какую-то малозаметную должность, типа там помощника президента по Брестской области. Да, и, собственно говоря, на этом его карьера уже близилась к закату. Поэтому у нас нету в Беларуси ни одной фигуры, которая была бы авторитетна среди людей. А люди, которые, вы говорите, действительно уехало несколько сот тысяч, но надо понимать, что многие просто затаились, и никуда не уйдет радость у белорусов от того, когда они увидят о том, что Лукашенко не способен больше управлять страной по состоянию здоровья, по инвалидности, ну или, в общем, не исключена возможность, что и в случае его скорой смерти. Спасибо большое, благодарим политика Валерия Цыпкала. Извините, что так у нас по-технически получилось, но... Мне кажется, все было слышно достаточно. И видно, и слышно, все отлично. Спасибо огромное. Спасибо большое, все, счастливо. Спасибо, вернемся через мгновение. Я думаю, что за это самое мгновение вы успеете поставить лайк. И прямо сразу следующий гость. Да, Ян Левченко, культуролог и журналист, уже хорошо вам знакомый. Ян, доброе утро, здравствуйте. Здрасте, доброе утро. Значит, зачем вы беспокоили Яна? А потому что он у нас ответственный фактически, так мы его, самоназначенный нами, за Троицу. Тут сериал целый с Троицей получился. Сначала объявили о ее передаче, потом о том, что ее из музея-то и не выпустят, поскольку она в таком состоянии, что надо ее реставрировать. Но потом выяснилось, что нет, нашли способ. Более того, даже прикрикнули на тех, кто это... Не то, что прикрикнули, а прямо даже дисциплинарные меры пришлось вводить на тех, кто... Причем с обеих сторон, как со стороны музейщиков, так и со стороны церкви, этому препятствовал. Все, Троицу спасти не удалось? Ну, обзор сиквела «Троица», значит, который мы сейчас все вместе смотрим, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что действительно система вошла в некоторое критическое состояние. Я понимаю, что сама Троица – это очень важный вопрос, но я здесь сразу, чтобы не возникало никакой задержки действия и не возникало никакого ложного саспенса, скажу, что иногда можно и принести в жертву национальное достояние, если эта жертва поможет сломать систему. А то, что система сейчас входит в некоторый клинч, потому что поперек... значит, батьки в пекло якобы, да, лезет человек с высочайшей репутацией, в данном случае речь идет о Леониде Калинине, который принадлежит элите, не только церковной, но и культурной элите светской, потому что он сын художников, он дальний родственник скульптора Вучетича, он из очень крутой семьи и с очень мощными связями, с очень мощным положением всегда был, и то, что его сейчас фактически спустили с лестницы, запретили служение в одном из ключевых храмов Москвы, Климентовская церковь, которую видно издалека, да, мягко говоря, и так далее, просто физически как бы и духовно, это очень крупная единица. Все это свидетельствует о том, что в церкви, равно как и в государстве, да, в церкви, нанятой государством, происходят какие-то процессы, которые, похоже, свидетельствуют об очень серьезной эрозии. Потому что это действительно, как вы правильно сказали, не просто прикрикнули, а осуществили дисциплинарные меры, приняли дисциплинарные меры самого серьезного характера. То есть не просто человек отстранен от руководства вопросами культуры и реставрации, чем он занимался в церкви. Это ключевые вопросы, связанные с церковным наследием. Но еще и приостановлен в служении, по сути, запрещен в служении. То есть это означает, что служилая церковь сыпется, и людоеды начинают жрать друг друга. Что касается Троицы, вот она здесь на фоне развития этого сюжета оказывается, увы, разменной монетой.
Ее в любом случае доставят куда следует, в любом случае попы в погонах сделают все, чтобы, так сказать, граждане зацеловали и ее захватали до смерти, до того, чтобы она развалилась на части. Это, безусловно, произойдет, потому что, поскольку, собственно, ничего святого нет, это более-менее понятно, мы в этом уже давно убедились. И в этом смысле я повторяю еще раз, иногда можно разменять национальное достояние, если троица действительно сработает, а именно сработает так, что развалившись, она утащит за собой всех этих бесов, которые ее вытащили из Третьяковской галереи. Скажите, пожалуйста, выглядело это так, я вот сейчас понимаю, что я, может быть, ошибался, но выглядело это так, что те люди, которые непосредственно должны были осуществлять решение, не принимать, а осуществлять решение о передаче, и с одной стороны, ну, в музее это, наверное, все даже, но и с другой, и в церкви, они понимали всю как бы губительность этого решения и как бы даже постарались немножко его саботировать. Но этот номер не прошел. Я правильно понимаю или неправильно? Я думаю, что вы правильно реконструируете. Я тоже могу только реконструировать. У меня нет никаких инсайдов, которые бы свидетельствовали о том, что действительно было намерение саботажа. И мне кажется, что Леонид Калинин использовал свой административный ресурс, не столько даже административный, сколько просто, ну, я бы сказал, символический ресурс в широком смысле этого слова. То есть он подумал, что, ну, вряд ли он вот буквально подумал, не посмеют. Но, скорее всего, все-таки у него есть определенный ресурс самоуважения, что было очень хорошо видно на примере его участия в комиссии. Он там вел себя довольно беспардонно. Нельзя сказать, что он был человеком, ну, как бы, вот выступил там таким, как бы, бережным экспертом. Он просто сказал: вас услышали, да, ну, грубо говоря. Вы думаете, что среди нас, церковнослужителей, нет культурных людей? Нет, вот смотрите, я есть, я вообще во всем этом отлично понимаю, не хуже вашего. Приблизительно так это было. И он думал, что эта посредническая функция ему удастся, он сможет просто подзадержать этот процесс, прежде чем будет изготовлена необходимая амуниция, необходимый оклад, который позволит осуществить перемещение иконы. Ему сказали нет, речь не об этом. Речь вообще не о Киоте, речь просто о выполнении приказа. А, то есть это субординация прежде всего и послушание. В чистом виде, конечно, потому что патриарх Кирилл, ну вот, например, там мне довелось почитать поздравительный, ну так скажем, поздравительный адрес, как бы, да, значит, поздравление патриарху Кириллу там, значит, в связи с юбилеем его служения, и там было написано, что, ну, в общем, вот, и, ну так, цитаты просто мне попались, да, где было сказано, там несколько раз был упомянут Бог просто как помощник патриарха Кирилла, который осуществляет свое служение. Ну вот, что люди, которые просто под патриархом Кириллом ходят, они счастливы тем, что им выпала честь быть современниками его жития. Ну, если есть вот такой, если есть такая установка, то о каком наследии, да, о каких символических эквивалентах, так сказать, да, церковного величия и церковной функции, собственно, в обществе, да, может идти речь. Речь идет просто о том, что начальство сказало, его ослушались, и тогда человек летит с лестницы. Все. Ну, то есть получается... И я повторяю еще раз. Да. То есть получается, что, в принципе, и сама Троица – это скорее такой пункт инвентаризации, нежели там что-то сакральное. Несомненно. Сама Троица – это просто предмет, на котором нанесен инвентаризационный номер. Она подобна алюминиевой кастрюле в воинской части, она подобна хирургическим инструментам в больнице и так далее. То есть это просто инвентаризируемый предмет, не более того. Извините за, может быть, такой, ну, попсовый вопрос совсем. Дойдет до того, что летать-то с ней будут, с иконой? Или все-таки Серафим Саровский, с которым уже летали, тут он считается посильнее, это просто музейной ценностью побольше?
Ну, конечно, это музейная ценность, но если ее объявят чудодейственной, чудотворной, объявят, и уже объявляли, да, и готовились к этому, как бы пальпировали эту зону, да, вот пройдет история с ее чудотворством или не пройдет, поскольку на это никто не обращает внимания, экспертизу не слушают, ее не принято слушать. Следовательно, значит, этот порог проходится легко, без протестов, без как бы массового какого-то несогласия. И оно просто невозможно, потому что люди не знают. Поэтому, если надо будет, если на фронте будет плохо, а на фронте будет плохо, значит, будут летать. Повезут. Спасибо большое, благодарим журналиста и культуролога Яна Левченко, спасибо. Не знаю, точка ли это, или будет еще сиквелы и спин-оффы с Троицей, посмотрим. В любом случае, Яна всегда рада видеть у нас в эфире, всегда это интересно. Через несколько секунд продолжим. Многие подумали, что наша кукуха сегодня была в самом начале программы, когда мы показали фрагмент выступления, значит, священнослужителя про волосню и ногти. Нет, это была не кукуха. Кукуха будет прямо сейчас. Едут кукухи, и вот среди них, а некоторые даже летят, я бы так сказал, потому что летел тут министр Колокольцев, он министр внутренних дел. Про него как-то подзабыли, хотя, с другой стороны, вот на Линдси Грэма кто возбудил дело, кто в розыск объявил? Вот Колокольцев тоже. И Колокольцев слетал в Саудовскую Аравию. Ну, вы знаете, что Саудовская Аравия – страна своими порядками, так сказать, славящаяся. Вот. И, видимо, это его настолько впечатлило, что он решил рассказать о том, какую угрозу, ну, в морально-нравственном смысле, представляет для нас Запад. Надо сказать, тут довольно сложно ему тягаться с некоторыми представителями, в частности, с известным депутатом Журавлевым, на его, так сказать, поле играть. Но Колокольцев попробовал. Не могут быть в ближайшее время заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать по их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкает от предвкушения. Интервью с министром Владимиром Колокольцевым. Похрюкивает от предвкушения, что будут заключать браки с животными. Недавно посмотрел фильмы «Джентльмены». Фильм «Джентльмены». Может быть, не знаю. Там есть эпизод с Хрюшей. Или «Черное зеркало». Да, может быть, всякое бывает. И что на него навеяло. А может быть, просто посмотрел с участием депутата Журавлева какой-нибудь эфир. Тоже, так сказать, и уверовал. Но есть еще одна сегодня кукуха. Екатеринбуржцы написали донос. Вот, казалось бы, из-за чего? Может быть, там какая-то была фронда или, может быть, какие-то выступления, я не знаю, готовилась диверсия? Нет, они написали донос, хотя это сейчас нынче все диверсия, из-за выкопанных цветов с клумбы в виде российского флага. Значит, депутат Госдумы назвал это возможной диверсией проукраинских бесов. Часть цветов украли, красные, видимо, украли, то есть остались синие и белые. Вот, красные были, а потом раз, вот их и покрали. Ну, бывает. В нашем городе, возможно, завелись сочувствующие ВСУшникам и бандерским недобиткам. Раньше бы просто вандалами или ворами сочли бы. Просто хулиганами, да. Хулиганами. А сейчас все имеет политический подтекст, понимаешь? Семантика. Везде да. Все видят знаки. Да, вот, хотя не исключил, что вот этот самый единорос, не исключил, что цветы мог похитить влюбленный парень или садоводы, что оставляет, конечно, надежду. То есть уже... Ну, послушай, влюбленный парень может быть и проукраинским бесом кто, тоже. Кто мешает? Влюбленный проукраинский бес. Какой взял? Красные цвета взял, и все. Хорошо, а понимаешь, а дальше будет как? А дальше будут вместо красных сажать белые. Чтобы был синий-белый, вот так вот, да? Вроде ничего не знаю. Вчера были цветы, и сегодня цветы, но они совершенно разные. Вот. И вот это надо прекратить, этому надо положить конец, с чем и занимаются бдительные единороссы в Екатеринбурге. Ну а чем же им еще заниматься, в конце концов? Через несколько секунд вернемся к выборам президента Турции. С
международным аспектом победы Эрдогана, я очень надеюсь, поможет нам разобраться наш коллега Константин Эггерт. Он у нас на прямой связи. Константин, привет. Привет. Привет, Татьяна, привет, Саш. Значит, Эрдоган одержал победу, как мы выяснили, более или менее убедительную даже во втором туре. Ну, во всяком случае, нет споров каких-то, нет там, конечно, соперник говорит о том, что выборы были нечестные и так далее, но нет Майдана, там, не знаю, ничего нет. И что это означает в международном плане? Потому что я видел самые разные отзывы и государства. Мы видели, что государства, как бы условно говоря, болели за одного из игроков. Турецкий президент, в смысле должность турецкого президента, важна для всех. Давай попробуем. Вот для Путина, например, сначала. Для Путина. Это радостное событие или не очень? Ну, это событие... Скажем, не сказать, что он, наверное, прыгает там от радости у себя в Новое Горево или где он там в бункере находится. Но, конечно, ему проще. Хотя бы потому, что Эрдоган он знает. Разумеется, все дурацкие мысли, которые у него были там какое-то время назад, может, там 10 лет назад, что он как-то будет там использовать Эрдогана для раскола НАТО и так далее. Я думаю, что все эти мысли давно уже ушли. Потому что сейчас ясно, что это вполне себе самостоятельный политик, возглавляющий страну с населением уже две трети от российского. Еще кто кого будет использовать. Да, да, и вопрос, кто кого будет, и кто сейчас в слабой позиции. Но хотя бы Эрдоган ему понятен. Эрдоган не отрубает связи с Москвой. Эрдоган даже заявил на митинге как раз вот победы, что он хорошо относится к предложению господина Путина, наверное, он сказал Путин эфенди, значит, построить газовый хаб во Фракии, ну, то есть это вот в европейской части Турции, и, дескать, мы к этому приступим. Ну, читайте, мы принесем еще больше денег, так сказать, местным жителям, чтобы они продолжали дальше голосовать так, как надо. Эрдогану это важно, потому что на самом деле выиграл выборы он, а его партия теряет поддержку в массах. И я думаю, что недалек тот день, когда она начнет реально проигрывать. Вот был даже такой шанс, что Великое национальное собрание Турции, выборы же проходили параллельно, окажется под контролем оппозиции. Это не случилось, но тем не менее, это немножко, я бы так сказал, как Путин и Единая Россия. Да, вот какие-то там... люди по-прежнему говорят, что Путин, типа, вот он очень крутой, там наш президент и так далее, но я думаю, что люди, любящие Единую Россию, их намного меньше, да, в России, сильно меньше даже, я думаю. Вот у него приблизительно такая же история начинается, как у любого такого авторитарного правителя, хотя, конечно, я не обижу Эрдогана сравнением с Путиным, это были реальные выборы, там не было никаких, ну, может быть, где-то там каким-то отдельным деревням набивания этих самых, как называется, избирательных урн бюллетенями. Это в Турции практически невозможно. Мы, по-моему, как-то с вами говорили как раз 2 недели назад в эфире, что турки очень ценят свое право голоса, они видят в этом главное выражение демократии, вне зависимости от того, являешься ли там доктором наук Стамбульского университета или портным где-нибудь там в селе в Анатолии. Поэтому турки тут не дадут что-то такое сделать нехорошее. Но конечно же, для Путина это понятный человек, с которым налажен контакт. Путин наладил бы контакт с Кылычдароглу. Оппозиция говорила, мы не будем принципиально менять позицию по России. И поэтому Путин ждал, так сказать, может быть, не с таким волнением, как он может ждать, например, выборов в Венгрии через какое-то время. Конечно же, сейчас... Для него важный момент, например, будет ли продолжаться противостояние Турции и Швеции, так сказать, вокруг вступления в НАТО. Это символически для Путина важно. Для Путина важно, будет ли Эрдоган продолжать, скажем так, выступать периодически его адвокатом во всем, что касается там зерновой сделки. Как мне кажется, чего не будет в ближайшее время. Не будет каких-то мега-супер переговоров, при которых Эрдоган будет посредником. Я не думаю, во-первых, что Эрдоган такой глупый, что он пойдет на такой рискованный шаг. Во-вторых, я не думаю, что Путин к этому готов. Поэтому мы будем иметь в ближайшее время приблизительно то же самое действие. Вот что меня действительно интересует, это
согласится ли Эрдоган наконец на вступление Швеции в НАТО, и что он попытается, получить за это. Я думаю, что история с поставками новейших американских истребителей, F-35, вот эта тема, которая может сейчас получить развитие. Эрдоган получил новый мандат на правление. Он может себе позволить какую-то гибкость. Поэтому посмотрим. Вот это ближайший сюжет ближайших месяцев. Я думаю, что до Вильнюсского саммита НАТО в середине июля этот вопрос едва ли будет решен. Если будет решен, то только в общих чертах. Но вот это сегодня главная интрига. В остальном business as usual. Обращал ли ты внимание на то, как быстро и в каких формулировках поздравил Эрдогана Владимир Зеленский, и вообще важно ли это? Я на самом деле не читал поздравления Зеленского, поэтому комментировать не буду, просто не успел. Но, конечно, ясно, что Зеленский тоже хочет поддерживать отношения с Эрдоганом и будет их поддерживать. Более того, у Украины и Турции долгосрочный интерес очень похож. Ни та, ни другая страна не хочет превращения Черного моря в российское внутреннее озеро. И не позволит этого добиться. И Турция в этом плане такой очень важный элемент черноморской безопасности. И поэтому Зеленский, Эрдоган здесь объективно на одной стороне. Поэтому, конечно же, Зеленский будет поддерживать отношения с Турцией, будет их стараться развивать, будет стараться перетянуть Эрдогана там на свою сторону. Точно так же, как он какое-то время, там, не общаясь с Китаем, вдруг сейчас проявляет большую активность на этом направлении. Что же касается вот этого заявления, вроде как очень позитивного, и которое сейчас наверняка раструбят коллективные Киселевы по всем своим трубным каналам по поводу вот этого газового хаба, который будет создаваться. Ну, это, простите, не делается за один день. Это пока что только заявление на митинге. Это история, которая будет довольно сложной, потому что Северный поток-2, почивший, так сказать, в Бозе на дне Балтийского моря, теперь предостережение всем. Поэтому я думаю, что пока это риторика. И мне кажется, что хотя этот процесс может пойти, он будет идти довольно долго. Поэтому не то, что завтра возникает альтернативная история, так сказать, для российского газа в Черноморском регионе. Тем более здесь, я думаю, давление на Анкару будет довольно сильное со стороны Запада. Но, конечно, в ближайшее время мы услышим, вот китайцы-то вот кинули через бедро с силой Сибири-2, да, отказались строить эту нитку газопровода, подвели Газпром, строят из Туркмении, но нам все равно, у нас теперь друг Эрдоган, мы это как-то компенсируем. Так это будут продавать российская телевизионная аудитория. На самом деле процесс не быстрый, и я не уверен, что это на самом деле состоится. Может состоится, может нет. Еще один важный аспект, конечно, это армяно-азербайджанские конфликты. И в последнее время там наметились некоторые сдвиги, и Пашинян сказал, что они готовы признать Карабах. Мы понимаем, что Эрдоган был одним из гарантов, прямо буквально, Баку, Азербайджана, выступал, в общем, стороной. Здесь его победа и его участие как будет сказываться? Конечно же, это укрепляет позицию Турции, но, если честно, этот процесс даже не зависит от того, Эрдоган сидит в президентском дворце в Анкаре, или это был бы Килиçdaroğlu, или какой-нибудь потомок, так сказать, османских падишахов. Объективно произошло усиление Турции на Южном Кавказе. Война 21-го года, 20-21-го, привела к ослаблению позиции Москвы, привела к приходу Турции как серьезного игрока на Южный Кавказ. Это то, чего пытались, так сказать, долго и довольно успешно избежать императоры всероссийские, генеральные секретари и президенты России. Объективно для этого есть причины, связанные с, действительно невозможностью Москвы вмешаться в этот конфликт на стороне Еревана, потому что действительно, тут Путин совершенно прав,
договору взаимной помощи, так сказать, обороне, распространяется на территорию Армении. Формально Россия никогда не признавала Карабах территорией Армении, поэтому вот эта мина, так сказать, сработала. Но в Армении, насколько я понимаю, верит, что Москва могла бы сказать какое-то очень жесткое слово, ну, тому же Алиеву, типа, остановись, дорогой друг. И Москва этого не сказала. Из-за этого, согласно данным последних опросов, которые проводил Европейский Союз в рамках программы Восточного партнерства, в котором участвует Армения, в этой связи настроения в Армении очень-очень сильно изменились. Очень сильная идет антимосковская волна. Популярность Москвы очень резко упала. Популярность Путина резко упала. Популярность Евросоюза выросла. Не значит, что выросла популярность Турции, понятно, до этого еще очень далеко. Но, тем не менее, понимание, что надо искать решений на каких-то путях, связанных с чем-то помимо России, уже есть, и оно есть у общества. Это, кстати, учитывает Пашинян. Да, формально Алиев и Пашинян, как вот они ездили в Москву, это все выглядит как путинская такая операция. На самом деле это не путинская операция. То есть Путин участвует там как один из игроков. Там очень активно задействован Европейский Союз. Лично Шарль Мишель курирует эту тему очень активно. В этом деле, конечно, замешано, что называется, участвует Турция. Турция присутствует сегодня, ее вот эти наблюдатели, что там военные есть, есть. Алиев очень активно сейчас на фоне войны в Украине разыгрывает роль такого, ну да, я диктатор, но такой очень полезный диктатор. Я полезен Соединенным Штатам, я сдерживаю путинские амбиции на Южном Кавказе, я полезен Израилю и Соединенным Штатам, опять же, из-за Ирана. Это вообще Азербайджан один из форпостов, так сказать, наблюдения противостояния Ирану в регионе. Да, конечно, там с демократией у меня слегонца напряженно, но поймите, я настолько полезен, что вам лучше про это забыть. И он очень успешно разыгрывает, Алиев, эту роль. И на фоне войны в Украине будет продолжать ее играть тоже, я думаю, довольно успешно. Поэтому, да, влияние Москвы в регионе сходит на нет. Хорошо, ослабилось, скажем так. Оно будет еще, просто в силу понятных человеческих, экономических причин. Армения сегодня переживает фантастический, совершенно исторический момент, когда впервые надежды на, ну, раньше Санкт-Петербург, теперь на Москву, уходят, ну, куда-то они уходят, у молодого поколения их точно намного меньше. И Армения оказывается на грани исторического урегулирования с Азербайджаном, после чего я не могу исключить. Пойдет разговор об урегулировании с Турцией. И в этой ситуации, если карабахская тема, карабахский вопрос будет урегулирован так, что да, не будет никаких, как чего хочет Пашинян, де-факто автономии внутри признанных международных границ Азербайджана. Пойдет ли на это Алиев, что он сделает, или может он пойдет, скажет, я такой, ну, типа, второй главный турок в мире, мы этих, так сказать, армян сотрем в порошок, не знаю, я недостаточно хорошо понимаю ситуацию, в том числе и внутри Азербайджана, насколько это нужно будет Алиеву. Но перспектива пока создание некого, ну, урегулирования этого долгосрочного конфликта, это будет вести к тому, что дальше Турция и Армения вполне могут возобновить переговоры, которые шли не два или три раза за последние 30 лет, были такие попытки, об урегулировании отношений. Конечно, стоит вопрос признания геноцида, пока в Анкаре к этому не готовы, и к этому не готова значительная часть турецкого общества. Но какие-то шаги вполне можно сделать, и это будет реальным ударом по интересам Москвы, потому что сегодня вы приезжаете в Ереван, там подъезжаете к Сардарападскому мемориалу и видите там вот эту самую гору Арарат, и она находится в Турции через границу. Граница эта закрыта. А если эта граница каким-то образом откроется, то это, конечно, очень сильно ослабит позиции Москвы. Это сделает Армению намного менее уязвимой и намного более склонны вести разговоры об интеграции, ну, с тем же там Евросоюзом, ну, хорошо, не об интеграции, это
Да, об этом речи не идет. Ну, о серьезной технической помощи, например, о безвизовом режиме, который имеют Грузия и Молдова сегодня. А сегодняшнее развитие событий, вот то, что происходит сейчас на Южном Кавказе, открывает очень интересные перспективы, перспективы исторические. Я бы сказал, что признание Пашиняна, я, вы знаете, дядька пожилой уже, я еще помню, как значит, Анвар Садат, президент Египта, приехал с неожиданным визитом в Иерусалим, что положило начало в Израиль, что положило начало арабо-израильскому регулированию, настоящим Камп-Дэвидским соглашением. Я бы сказал, что заявление Пашиняна, ну, на уровне Южного Кавказа вполне сравнимо с этим тогдашним гамбитом покойного, я прямо скажу, великого президента Анвара Садата, и Пашинян в этом плане, мне кажется, чувствует историю и чувствует политические возможности и готов рисковать ради этого. Очень серьезно. Я очень впечатлен происходящим в последние дни, в последние 10 дней. Спасибо большое. Благодарим Спасибо. Нашего коллегу Константина Эгерта, журналиста. Видишь, как по всем проблемам прошлись заодно. Вот что... Весь регион, да. Не, ну, это фигура президента Турции. Я не скажу там Эрдогана в частности. Это просто значение нынешнее ключевое президента Турции, вокруг которого, видишь, многое что крутится. Важно. Давай, знаешь, что сделаем? Еще до конца успеем об одном событии поговорить. Суд над Лилией Чанышевой. Продолжается суд над Лилией Чанышевой. На самом деле идет суд довольно быстро, потому что уже стадия прений. Ну, то есть это практически завершающее. Да, покажем, просто у нас есть видео сегодняшнее из суда, я надеюсь, оно у нас где-то под рукой, сейчас посмотрим. Вот, это когда все начиналось только. Проходит Лилия Чанышева. В Уфе продолжается суд. Лилия Чанышева уже выступила с последним словом. Вот ее как опасную преступницу ведут. Это глава бывшего штаба уфимского в Алексея Навального. Вот, она уже выступила с последним словом. В частности, в этом последнем слове она обратила внимание на то, что она женщина, с ней борется политический мужчина, как местный, так и, собственно, Владимир Путин. Вот, она обратилась к судье, как не только к судье, но и к избирателю. Во время процесса я вам рассказала о своих успехах. Поддержите меня как политика, как женщина. Я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от незаконного давления исполнительной власти. Я продолжу бороться с коррупцией и беззаконием в нашей республике. Самый драматический момент, которым она закончила. Ваша честь, вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой. Вот что сегодня сказала Лилия Чанышева. Приговор будет оглашен 14 июня, то есть больше, чем через две недели, в 11 утра в Кировском районном суде города Уфы. Продолжим через несколько секунд. Что же, а у нас наступило то самое место, где мы обычно просим вас поставить те лайки, которые, если вдруг завалялись у вас где-то в недрах вашего YouTube-аккаунта, для того, чтобы чуть-чуть еще разогнать нашу трансляцию. Если вы не подписаны на канал, пожалуйста, сделайте этого. Как правило, подписанные смотрят больше. И вдруг вам что-нибудь понравится. Вот, а в принципе, просто нам приятно. Ну, а также мы показываем карту, которую мы заполняли весь эфир с помощью нашего YouTube-чата. И, как всегда, очень много людей сделали это. Запад Австралии очень активно нас сегодня смотрит. И Африка прибавляется с каждым разом, хоть по одному городу, хоть по одному зрителю, но добавляется, это здорово, это очень приятно. Ну и как мы можем пропустить Россию, разумеется, которая тоже не спадает, конечно же, много неосвоенных территорий еще, вот, но это все у нас впереди, освоим все вместе с вами. Спасибо, что смотрите нас из самых отдаленных уголков, ну, из центра России, из мегаполисов тоже. Это очень здорово, и это очень подкупает. Особенное спасибо
Тем, кто присылает фотографии и показывает, как правильно смотреть брекфаст-шоу. Спасибо тем, кто воспользовался нашим телеграм-ботом, который собирает. Ничего он не сочиняет. Он собирает ваши фотографии. И вот сейчас мы покажем вам сегодняшнюю, так сказать, экспозицию фотографий, как правильно смотреть брекфаст-шоу. Много-много прекрасного и удивительного. Узнаешь о своих зрителях тоже. Кто-то, значит, там на iHerb много заказывает, кто-то еще что-то. Это потрясающе. Я обожаю рассматривать эти фотографии. Вот. И также обожаю читать ваши донаты. Извините, послание в ваших донатах. И в частности, слушайте, а мы сейчас один даже покажем. Я отправлю сейчас нам в Breakfast Show, и Сережа успеет взять оттуда картинку, пока я буду читать остальные. Во-первых, «Западный ветер» написал нам: «Ждем стрима с Майклом Наки». Я всегда рад, если Майкл Наки сочтет возможным в какую-нибудь пятницу зайти на стрим, я буду просто счастлив. У него wildcard на этот стрим, без приглашения, просто можно с ноги заходить. «Профитроль» прислал поклонника, показывающего руками сердечко. А также Гульжан прислала мой маленький донат, написала она: за супер гостей сегодня, особенно Константин Эггерт. Спасибо за хороший стрим в пятницу, и особенно хорошие темы были на точке. Неделя была супер. Таня, Саша, Нино, спасибо. Потрясающая оценка нашего труда. Спасибо большое. Есть ли у нас уже картинка, которую мы можем показать? Есть. Итак, вот с этой картинкой, уже с картинками шлют донаты. Это потрясающе совершенно. Аусеклине, правильно читать. Саша, Таня и вся команда Антидот Медиа, спасибо за вашу работу. Вы делаете важные и качественные передачи. Успешной вам рабочей недели. Пользуясь случаем, поздравляю Латвию с первой медалью чемпионата мира по хоккею. Мы сейчас буквально этот мем. Вот, значит, Латвия завоевала бронзовые медали вчера в драматичном матче, переиграв команду США в матче за третье место со счетом, если не ошибаюсь, 4-3. Не смотрел, но очень рад все равно за соседей. Шведов вышибли в полуфинале. Боже. Да, совершенно верно. Команда Латвии в этом году просто невероятные чудеса творит. В четвертьфинале вышли шведы, да. Вот. Молодцы. Поздравляем и жителей Латвии, и всех, кто болел за сборную Латвии, и всю команду Латвии, всех. Вы большие молодцы, что это произошло впервые в истории страны. Сегодня в Латвии выходной. Да, вот это настоящее государственное решение. Правильно. По поводу успеха сборной по хоккею, невероятного, абсолютно небывалого, немыслимого успеха, объявить выходной. Всячески поддерживаем это решение, рукоплещем. Но мы с Татьяной Фельгенгауэр продолжим и сегодня, и завтра работу над завтрашним выпуском Breakfast Show. Ждем Александр вас. Плющев, Татьяна спасибо большое. Встретимся завтра утром. Всем пока. Пока. Редактор